Господин нашим Пресвященнейшим епископе Евтихии, честне Пресвятельстве Христе Диаконстве, о всем крещи люди Господу помолимся. Господи помилуй, державе нашей Российской и православных людях и обочей чести в России несущей, и о спасении и Господу помолимся. Господи, и это обручение, соединив этих рабов твоих, Александра и Галину, сохрани их в вере и единомыслии, ибо тебе принадлежит всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Обручается рабожий Александр, рабожий Галину во имя Отца, и Сына, и Духа. Аминь. Обручается раб Божий Александр, рабе Божьей Галине во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Галина, рабу Божий Александр во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Галина, рабу Божий Александр во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Обручается раба Божия Галина, рабу Божия Александра, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ты напутствовал, сопутствовал Месопотамии посланному патриарху Аврааму слуге его, чтобы он избрал жену господину своему Исааку, и посредством водоношения Ты указал ему Ревекку для обручения ее с Исааком. И теперь сам благослови обручение этих рабов моих, Александра и Галину, и утверди их взаимное согласие, утверждая его твоим святым соединением. Ибо ты вначале создал мужской и женский пол, и тобою жена соединяется с мужем для помощи ему и для продолжения человеческого рода. Ты, Господи Боже наш, пославший нам твоему наследию истину, обещанную тобою нашим отцам, твоим рабам, избранным твоим в каждом роде и поколении, ты теперь сам милостивно воззри на твоего раба Александра и твою рабу Галину и утверди их обучение в истине, вере, любви и единомыслии. Ибо Ты, Господи,
сам даровал обручение, являя его для утверждения всего. Перстнем дана власть Иосифу в Египте через перстень. Прославился Даниил в вавилонской стране. Через перстень обнаружилась правота по Маре. Через перстень наш небесный Отец явил милость своему Сыну, сказав: «Дайте перстень на правую руку, запалите откормленного тельца, будем вместе веселиться. Сама десница Твоя, Господи, вооружила Моисея на Черном море, и Ты своим истинным словом утвердил небеса и основал землю. Так Твоим могущественным словом и Твоей всесильной рукою да благословится десница этих Твоих рабов, и Сам Ты, Владыка. Благослови теперь своим небесным благословением это возложение перстей на Твоих рабов, чтобы ангел Твой шествовал перед ними во все дни их жизни. Ибо Ты все благословляющий, освящающий Бог наш, и Тебе славу воссылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, повелись. Господи, помилуй. Яко милости вы человека любит Бог, если и Тебе славу воссылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и слава Тебе, слава Тебе, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, все так благословится человек, боящийся Господа. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, мудрейший сыновья сынов Твоих, верно Израилю. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Имеешь ли ты, Александр, искреннее, непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой Галины, которую здесь видишь перед собой? Имею, честно говоря. Имеешь ли ты, Александр, искреннее, непринужденное желание и твердое намерение быть мужем этой Галины, которую здесь видишь перед собой? Имею, честно говоря. Имеешь ли ты, Александр, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем всей Галины, которую здесь ты видишь перед собой? Имею, честно говоря. Не обещался ли другой невесте? Не обещался. Имеешь ли ты искреннее непринужденное желание и твердое намерение, Галина, быть женою всего Александра, которого здесь видишь перед собой? Имею, честно говоря. Имеешь ли ты, Галина, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женой всего Александра, которого ты здесь видишь перед собой? Имею, честное очи. Имеешь ли ты, Галина, искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женой всего Александра, которого ты здесь видишь перед собой? Имею, честное очи. Не обещалась ли другому жениху? Не обещалась, честное очи. Благослови, Владыку, благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресно и во веки веков. Миром Господу помог, освятим храме всем и с верою благоговением, и страхом Божиим ходящих вонь Господу помолимся. Епископцы Церкви Российские, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Виталии, и Господине нашем Преосвященнейшем епископе Евтихии, честнее Пресвитерстве во Христе Диаконстве, я же даровайте им же и нам всяких скорбей, я же избавитесь им же и нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу науку.
и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть, и что Бог соединит того человека, да не разлучает. Ты, Господи, благословил раба своего Авраама, и, разрешив неплодство Сары, сделал его отцом множества народов, и даровал Исааку Ревеку, и благословил рожденного ею. Ты сочетал Иакова с Рахилью, и явил от него 12 патриархов, и соединил Иосифа со Сенефой, и даровал им Ефрема и Манасию, плод чинородия. Ты принял Захария и Елисавету, и явил через них рождение предтечи. Ты произрастил из рода корни и сева вечно Деву Марию, и от нее воплотился и родился для спасения человеческого рода. И по неизреченному твоему дару и великому милосердию, пришедший в Кану Галилейскую, благословил там брак. И всем этим ты показал, что на законное супружество его чинородия есть твое соизволение. Поэтому ты сам, Пресвятый Владыка, прими моление нас, твоих рабов, и как в Кане благослови этот брак, явивший здесь, невидимым своим присутствием, и даруй этим рабам твоим, Александру и Галине, мирную жизнь, благоденствие, целомудрие, друг другу любовь в союзе мира, долгожизненное потомство, благодать на детей и неувидаемый венец славы, удостой их видеть детей у детей, сохрани непорочными их ложи и даруй им свыше от небесной росы и от земного богатства, наполняя их дом пшеницей, вином и елеем и всяким добром, чтобы они могли подавать и нуждающимся, а также даруй и находящимся с ними все просимое для спасения, ибо ты Бог милости, щедроты, человеколюбия, и тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благослови Александра и Галину, и даруй этой рабе твоей, Галине, во всем повиноваться мужу, а этому рабу твоему Александру быть главой жены, чтобы они жили по твоей воле. Благослови их, Господи Боже наш, так, как ты благословил Авраама и Сару. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Исаака и Ревекку. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Иакова и всех патриархов. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Иосифа и Асенефу. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Моисея и Сипфору. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Иоакима и Анну. Благослови их, Господи Боже наш, как благословил ты Захария и Елисавету. Сохрани их, Господи Боже наш, так, как сохранил ты Ноя в ковчеге. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил ты Иону во чреве кита. Сохрани их, Господи Боже наш, как сохранил ты от огня трех святых юношей, Ананию, Азарию и Мисаила, не спасав им с неба росу. Да снизойдет на сочетающихся твоих рабов радость, какую имела блаженная Елена, когда нашла твой святой крест. Вспомни их, Господи Боже наш, так, как вспомнил ты Еноха, Сима и Илью. Вспомни их, Господи Боже наш, как вспомнил ты святых твоих 40 мучеников, не спасав им с неба венцы. Вспомни, Боже, и родителей, воспитавших этих обручившихся, так как молитва родителей утверждает основание домов. Вспомни, Господи Боже наш, и твоих рабов, обручившихся, соединившихся для этой радости. Вспомни, Господи Боже наш, раба твоего Александра и рабу твою Галину, и благослови их. Даруй им плод чрева, благочестивых детей, телесное и духовное единомыслие. Возвысь их, подобно кедрам ливанским и ветвистой виноградной лозе. Даруй им хлебное семя, чтобы, имея всякий достаток, они были щедры на всякое доброе и угодное тебе дело. И да увидят они вокруг своей трапезы сыновей и усыновей своих, как масличной ветви, и чтобы, угодивши тебе, они, как светило, воссияли на небе у тебя, Господа нашего. Тебе же с обезначальным твоим отцем, и же творящим твоим духом да будет слава
честь и поклонение ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помолимся. Боже святый, и создал из праха человека, и воссоздал из его ребра жену, и соединил его с ней, подобно ему помощницей, ибо так угодно было тебе, величественному, чтобы человек не один был на земле. Ты сам, владыка, теперь простри твою руку из святого святого жилища и соедини этих твоих, этого твоего раба Александра с этой рабой твоей Галиной. Ибо только одним тобою сочетовается жена с мужем, соедини их в единомыслие, венчай их в единство плоти, и даровавши им деторождение, умножь их потомство, ибо твоя власть есть и царство, и сила Отца и Сына и Святаго Духа на непресно и во веки веков. Встречается раба Александра, раба Божия Галина и жена. Венчается раб Божий Александр, что Бога Галина и жена Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается раба Божия Галина, рабом Божьим Александром, во имя Отца и Сына, венчается раба Божия Галина, рабом Божьим Александром, во имя Отца и Сына, венчается раба Божия Галина, рабом Божьим венчает их. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их. Господи, Боже наш, славою и честью венчай их. Протимем гласно Когда сим благословение век века возвеселишь я радости с лицем твоим. Положилась на главах их венцы. Отклони нечестную, отклони нечестную, живота просеча в тебе, подавайся мне. Или чтение, Боги Господи, он мне во время Она, Иисус Христос, был на браке в Кане Галилейской, мать Иисуса была там, был также зван Иисус и ученики его на брак, и как не доставала вина, то мать Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Мать его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните, несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино,
А когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег до сели. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Всего, без болезни наши, Господи, преклоните. Вселенную украсил венец всего сотворенного Тобой, благослови своим духом благословением и эту общую чашу. Даруй сочетающимся для брачного общения благословенное имя Твое прославлено, Царство Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Исаия Лепой. Хранящий пределы закона, за не тако благоволит Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Боже наш, пришедший в Кану Галилейскую, тамошний брак благословивый. Благослови рабов Твоих всех, Александра и Галину, моим промыслом к общению брака сочетавшиеся, благослови входы и исходы умножим благих жизней их, восприми венцы их в царстве Твоем, не скверны, не порочные, не наветны, соблюдая во веки веков. Аминь. Господи, преклоните.
Отец, Сын и Святый Дух, все святая единосущность, живоначальная Троица, едино Божество и Царство, да благословит вас и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспение жизни и веры, да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия молитвами Святой Богородицы и всех святых. Господи, помилуй. Господи Боже наш, венец лета, благослови вы и себя венцы возложите и предавай законом брака, сочетовающимся друг другу, и вздохи отдая им целомудрие за не чисти, и же от тебе, у законоположенному браку, сочетавшийся сам, и к разрешению всех венцев, сочетавшихся друг другу, благослови, и сочетание их нерастерзаемо соблюди. Да благодарят мы на все святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Согласно достиг же рабы Твои, Господи, последуешь совершивший в Кане Галилейской брака и спрятавший я же в нем знамение. Слава Тебе воссылает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Мудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую Серафим и славнейшую без сравнения Серафим, Безыскренне благословившую сущую Богородицу Тебе величаю. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Даже в Кане Галилейской пришествием своим честен брак, показал ей Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистой своей Матери, святых славных и всех вальных апостолов, святых благовещанных царей, и равноапостолов Константина и Елены, святаго великомучеников Прокопия и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец Христос. Подашь, Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение рабом Твоим, Александру, Галине и родителям их, и всем здесь предстоящим и молящимся, и сохрани, Господи, на многое лето. Приглашаю всех на брачный пир. На улице. Как всегда делали. Все там кто? Thank you.
Thank you.